Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милостью будь ко мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, Ты везде существуешь и весь мир наполняешь. Источник благ и податель жизни, приди и вселись в нас. И очисти нас от всякой скверны, и спаси благую душу нашу. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Встав после сна, мы припадаем к стопам Твоим благи. И ангельскую песню возглашаем Тебе сильным. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу. С постели от сна Ты поднял меня, Господи, ум мой просвети и сердце, открой уста мои, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы помилуй нас. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно повез судья, и деяния каждого обнаружил. Со страхом воскликнув в полночь. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Встав после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогневался на меня ленивого и грешного, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычное Твое человеколюбие и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться Слову Твоему, разумевать заповеди Твои, исполнять волю Твою. Открой уста мои, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце и воспевать святейшее имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу, Царю и Богу нашему. Славим Тебя, Псалом 74, славим Тебя, Боже, славим, ибо близко имя Твое, возвещает чудеса Твои. Когда изберу время, я произведу суд по правде, колеблется земля и все живущие на ней, я утвержу стопы его, говорю безумствующим: не безумствуйте, и нечестивым не поднимайте рога, не поднимайте высоко рога вашего, не говорите на Бога жестоковыйно. Ибо не от востока, и не от запада, и не от пустыни
возвышение, ибо Бог есть судья. Одного унижает, а другого возносит. Ибо чаша в руке Господа, вино кипит в ней полное смешение, и Он наливает из нее. Даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли, а я буду возвещать вечно, буду воспевать Бога Иакова. Все роги нечестивых сломлю, и вознесутся роги праведника. Ведом в Иудее Бог, у Израиля велико имя Его, и было в Салиме жилище Его, и пребывание Его на Сионе. Там сокрушил Он стрелы лука, щит и меч и брань. Ты славен, могущественно гор хищнических, крепкие сердцем стали добычу, уснули сном своим, и не нашли все мужи силы рук своих от прещения Твоего Божия Иакова. Вздремали и колесница, и конь. Ты страшен, и кто устоит пред лицом Твоим во время гнева Твоего? С небес Ты возвестил суд, земля убоялась и утихла, когда восстал Бог на суд, чтобы спасти всех угнетенных земли. И гнев человеческий обратится во славу Тебе, остаток гнева Ты укротишь. Делайте и воздавайте обеты Господу Богу вашему. Все, которые вокруг Него, да принесут дары страшному. Он укрощает дух князей, Он страшен для царей земных. Псалом 76. Глас мой к Богу, и я буду взывать. Глас мой к Богу, и Он услышит меня. В день скорби моей ищу Господа. Рука моя простерта ночью и не опускается. Душа моя отказывается от утешения. Вспоминаю о Боге и трепещу, помышляю и изнемогает дух мой. Ты не даешь мне сомкнуть очей моих. Я потрясен и не могу говорить. Размышляю о днях древних, о летах веков минувших. Припоминаю песни мои в ночи, беседую. Сердцем моим и дух мой испытывает. Неужели навсегда отринул Господь и не будет более благоволить? Неужели навсегда перестала милость Его и пересеклось слово Его в рот и рот? Неужели Бог забыл милого? Неужели во гневе затворил щедроты свои? И сказал я, вот мое горе, изменение десницы Всевышнего. Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах Твоих древних, буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях. Боже, свят путь Твой, кто Бог так великий, как Бог наш? Ты, Бог, творящий чудеса, Ты явил могущество Свое среди народов. Ты избавил мышцы и народ Твой, сынов Иакова и Иосифа. Видели Тебя, Боже, воды, видели Тебя воды и убоялись, и вострепетали бездны. Облака изливали воды, тучи издавали гром, и стрелы Твои летали. Глаз грома Твоего в круге небесном. Молнии освещали вселенную, земля содрогалась и тряслась. Путь Твой в море, и стезя Твоя в водах великих, и следы Твои неведомы. Как стадо вел Ты народ Твой рукою Моисея и Аарона. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Боже, очисти меня грешного, так как я никогда не делал ничего доброго пред Тобой, и избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои недостойные уста и восхвалить святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.
Восстав от сна, я посреди ночи приношу тебе песни, спаси, и припадая к стопам твоим, взываю к тебе. Не дай мне уснуть греховной смерти, но жалься надо мною, добровольно раскаявшийся. Скоро подними меня, беспечно лежащего, и спаси меня, стоящего пред тобой на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный, безгрешный день, Христе Божий, и спаси меня. Владыка человеколюбчим, встав после сна, я спешу к тебе и по милосердию твоему понимаю за угодные тебе дела. Я молюсь тебе, помоги мне всегда и во всем, и избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения. И спаси меня, веди в царство твое вечное, ибо ты мой творец и источник, и податель всякого блага. На тебя вся моя надежда, я возношу тебе хвалу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости и по великому Твоему милосердию Ты дал мне, рабу Твоему, прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец всего сущего, удостой меня при свете Твоей истины с просвещенным сердцем исполнять Твою волю ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий, сил бесплотных и всякой плоти, на высотах небесных живущие, озирающие долы земные, наблюдающие сердца и помыслы, ясно ведающие тайны человеческие, изначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затемненного места на своем пути. Ты сам, бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст. И прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом и мыслью, вольно и невольно, и очисти нас от всякой нечистоты, плоти и духа, и даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенной мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни в ожидании наступления светлого и славного дня второго пришествия единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судья придется славой воздать каждому по делам Его. Да найдет Он нас не лежащими и сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповедей Его, и готовыми войти с Ним в радость и божественный чертог славы Его, где непрестанные голоса торжествующих, невыразимая радость видящих, несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты – истинный свет, просвещающий, освещающий весь мир, и Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь. Святый ангел, поставленный блюсти мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демону подчинить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную опустившуюся мою руку и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни. Если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день. И сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня ко Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и согрел меня рабом, достойным своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами отгони от меня ничтожного, несчастного раба Твоего, уныния, забвения, неразумия, нерадения и все скверные, лукавые, худые помышления от несчастного моего сердца, помраченного ума моего. Погаси пламень страстей моих, ибо я нищий слаб, избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений. И освободи от всякого злого воздействия, ибо Ты благословенна от всех родов, и Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Виктор, Андрей, Сергий,
Елена, ибо мы усердно к вам прибегаем, как скорым помощником и молитвенником о душах наших. Богородица, Дева радости, благодатная Мария, Господь с тобою, благословен ты между женами, и благословен плод чрева твоего, ибо ты родила Спасителя душ наших. Спаси, Господи, людей твоих, благослови принадлежащих тебе, помогая православным христианам побеждать врагов и сохраняя силы креста твоего, церковь твою. Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного Игнатия, батюшку Иоакима, родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех ближних моих и друзей, и всех православных христиан, подаем твои земные небесные блага, и не лиши их милости твоих, посети их, укрепи, и силою твоей даруй им здравие и спасение души. Покой, Господи, души усопших рабов твоих, родителей моих, родственников, благодетелей, и всех православных христиан, и прости им все их грехи, вольные и невольные, и даруй им Царствие Небесное. Со святыми упокой, Христе, души рабов твоих, праотцев, отцов и братьев наших. Там, где нет ни болезни, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная. Воистину достойно прославлять Тебя, как Богородицу всегда блаженную, пренепорочную Матерь Бога нашего. Мы величаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога Слово, достойную большей почести, чем Херувимы, и несравненно славнейшую, нежели Серафимы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Господь милый, Господь милый, Господь милый. Слава Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради Пречистой Твоей Матери, преподобных богоносных отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Молитесь, Игнатий. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог Иегова, Авва Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы Его. Аллилуйя. Слава Вышней Богу на земле, мир в человеках благоволение. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой, ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за тот день, в который дал мне Святую Библию, указал на толкование святых отцов. Аллилуйя! Воздай милостями всем, кто трудился над моей душой и возрастанием, Марии, Михаилу и Анну. Аллилуйя! Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа, Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Аллилуйя! Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешным. Благодарю Тебя, мой ангел, за эту ночь. Сколько лет Ты хранил и защищал от видимых и невидимых опасностей в воздухе, на дорогах, на море. Аллилуйя! Прошу Тебя, мой ангел, не покини в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу мою по мытарствам страшным и непонятным. И веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, предтеча Христова, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать. И каждому дару жили ее, и Сергею Гавриилу. Аллилуйя! Святитель Христов Никола, мергайтейский чудотворец, образ крутости воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Укрепи народ Твой, Господи, чтобы не страшиться царей и начальствующих,
и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Аллилуйя! Творите Бога о нас, святые пророки Божии, Илия, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекия, Иосия, Иаиль, Агей, Сапония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отрохи, Пророк, Михей, Авраам, Исаак, Яков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас не готовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными лея добрых дел, соделанных Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы и архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы, престолы Божии, предстоящие, святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Да дарует Господь нам жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирский, Иосиф, философ, Космаи, Дамиан, Андрей, Стратилат, Ирон, мученик, Климент Римский, Климент Антирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя Антихриста. И даруй добрую веру и послушание Анфиму, Вениамину и старше родителей за ложное воспитание детей. Молите Бога о нас, святые отцы Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий, Радонежский, Степан, Пермский, Серафим, Саровский, Ян Тобольский, Ян Кронштадтский, Ян Шанхайский, Кирилл, Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас, да сохранит нас Господь в святой православной вере. А замысл еретиков преврати в ничто, испепели и развей. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые жены и девы, Феклу Первомученица, Фатина Самарянина Феврония, Вера Надежда Любовь, Матерь София Наталья Адриан, Варвара Екатерина Перепетуя, Татьяна Ирина, Ольга Елена Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила Акила, Андроника Юния Киприан и Устина. Молите Бога о нас, да дарует Господь женам и девам послушание, молчание, целомудрие и стыдливость. И сохрани их от всяческого поругания, исправь непокоривость Галины, семейства Евгении, Надежды, 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 Светланы, Марии, Раисы, Ларисы, Марины, Юлии, Елены, Галины, Людмилы и Иоанна, и нас помилуй милости Твоей ради. Спаси, Господи, и помилуй митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священного Иоакима, Павла, Геннадия, Сергия, 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 Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Алроса, Владимира, Засима, Андрея, Владимира, Максима, диаконов, Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, Пасху, их и весь священнический и иноческий чин. И надо еще священника, если угодно тебе, смири власти и воинство их. Наведи страх твой на них, и через них сотвори благое церкви твоей. Владимира, Дмитрия, Александра, Донарда, Рамзана, Петра, Александра, Романа и Эрдогена. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. Научи нас ценить это мирное время. И приготовь землю сию к великим и грозным испытаниям, грядущим на всю вселенную за отступничество от тебя. Аллилуйя! Слава тебе, Господи, за тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные тобой. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников и советников. И сохрани нас здесь, и селение наше от пожара, от воров, от нечистой силы потопления, живущих там Виктора, Андрея, Игоря, Игоря, Серафима, Алексея, Иосифа, Романа, Владимира, Никиту, и почти добрых жителей с детьми, и сохрани школу, Господи Боже наш. Слава Тебе!
Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадок, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Литину. И расширь пределы наших общин. Всех побуди на благовестие. Благослови нас в этот путь сегодня, Господи. Благодарю Тебя, что столько лет Ты хранил, защищал, миловал и благословлял. Прости мои согрешения, тайные и явные. В уме их помышлений водни и вынощищами оскорбел по невеличеству. Прости, Владыка, помилуй, прошу благословения. По-христиански окончи жизнь, прославляя Твое всесвятое имя. Аллилуйя! Спаси и помилуй Дмитрия, Марину, Чада, Валентину, Алексея, Валентину, Надежда. Дмитрий, 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 Олега, Алексея. Найди отступников, возврати их в церковь. Александра, Михаила, Николая. И всех ты их знаешь, Господи, несчастных. Не дай им погибнуть в ожесточении сердца и в обольщении. Спаси их в высокоумии, от прельщения собственным разумом. Верни их в святую православную церковь. Аллилуйя. Всех заповедавших нам молиться о них, ты знаешь, и на врагов воззри. Разруши их замыслы против истины, поношения. Закрой их лживые уста. И в судный день не помяни их безумие, ибо они не знают, что творят. Благослови благодетелей наших, Елену, Анастасию, Максима, Владимира, Евгения, Евгения, Наталья. Посвяти болящих, дай силу все перенести, пошли им исцеление. Сергея, Александр, Александру, Фаину, Надежду, Надежду, Валентину, Валентину, Марию, Антонину, Калерию, Василию, Игорь. И нас помилуй, милости Твоя ради, Юрия, Зою. Благодарю Тебя, Господи, за здоровье и за болезни, за друзей и врагов. И во все свое время окажется на пользу, если мы благодарим Тебя за все, перенося лишения и поношения. Путешествующих, благослови, и наш путь да будет благословен. Льва. Господи, Раиса. Избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра и Игоря. И нас помилуй, милости Твоей я ради. Между нами да будет всегда мир, любовь и согласие по слову Твоему. И всяческую суету удали нас. Прибуди с нами, Христе Боже наш. И сохрани это наше сокровище, сайт и форму, что есть для пользы многих людей, трудящихся на Дмитрия Виктора, Сергея, Василия. Аллилуйя! И найди все наше родство, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Обрати Германа, Тимофея, Тимофея, Мартина, Александра. Прими нашу молитву, воздяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Господи. И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам, Господи. Владыка неба и земли, прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. Доброе утро. Доброе утро. Так, располагайтесь здесь, сюда заходите, где хотите.
У меня тут уже народ прибывает помаленьку, Сергей. Если к 7 подъедешь, чтобы погрузку совершить. Виктор, здесь газель стоит. Вот у нас приехал помощник уже. Ну-ка покажись сюда. Пусть на тебя посмотрят люди. Галина Влеска, с Новокузнецка. Вот она. Доброе здесь. Утро. Вот он. Брат Сергей. Вот так. Ну и как всегда мы к молитве здесь добавляем пояснение, чтобы молитва была чистая. Потому что больше всего мешает наше «я» в молитве. Если вспомнишь. Как-то обидел и не вспомнил. Нахамил и даже не приложил никуда. Почему Писание говорит, положи жертву. Да, Господи, молиться надо, положи, не торопись. Каин тоже торопился. Только Бог не принял эту жертву. То есть надо это все брать для себя. А что мешает? Суета. То есть мыслями везде мечемся. Ложишься спать, никаких мыслей нету. Как на молитву встал, мыслями задушило, как говорят святые отцы. Это очень трудно, совершенно никуда умом не ворохнуться. Ну а что такого, если я где-то подумал? Да ничего такого нет, но молитвы-то нету. И молится не кто-то, а Иларион Великий. Великий – это приставка такая с большой буквы, как Василий Великий, Иоанники Великий. Таких было за 20 столетий только 17 человек. 17. Вот Иларион молится и задумался совсем немножко. Сразу же дьявол заскочил к нему на плечи, ударил ногами по бокам, как на коне, когда едут, и говорит, но! Осла, овса захотел. Овсом питается. А почему он так делал? А я, говорит, на молитве себя называл ослом. Иларион-то. И вот он заскочил на него, наездник, готово дело. Сковорода об этом пишет точно так же. Но тот видит зверька какого-то заскочил. Философ там на Украине такой был. Милостью Божию мы можем побеждать и здесь, в какой-то мере, ну, кому как дается. Конечно, молиться надо искренне. И доверяясь во всем Богу. Вещи невероятные Бог делает, совершенно. Вот мы готовились, что где еще взять, никак, нигде нету. Но помаленьку движется, пришли к этому дню, сегодня мы думаем выехать. Дорога еще тут остановимся, там подсаживать будет к нам. Ну и сколько будет чего, ничего не знаем, ничего. Обычно в школах назначают горано, каждая школа. Сколько человек, детей, какой лагерь. У нас ничего нету. Никто не помогает. Однажды в Горано я проник. Там Чернищенко был главный в Алтайском крае. И положил объявление о нашем лагере, когда лагерь существовал еще. И это узнали коммунисты. Ой, какой они вопль подняли. Лапкин везде, везде. И тут он проник. Прям вопль стоял такой. Ну как проник-то я принес. Меня как-то... Ну, так Господь любит, и Он дает мне время успевать все, что намечено. Все вечером ложусь, не сделанных дел нету. Вообще нету. И поэтому надо четко определить грани возможного. Невозможно я и не делаю, а зачем я буду это делать? Ну, никак. И вот суд был тут с московским комсомольцем на Алтае, когда они клеветническую статью стали поддерживать, и притом родственники поднялись. То есть всех вывел Господь через этот процесс. И ни грамма никому это не помогло. Судья, я-то с судьей беседовал, Нина Васильевна Жамоедова. Я говорю, а как вы узнали, что они лгут? А она судья и с нашей улицы, со второй строительной. Она говорит, а я сразу поняла, что они неправду говорят. Им не помогло это, что они лгали. А лгали до умопомрачения. Вот я вмешиваюсь в чужую жизнь. И вмешиваюсь. Житья никакого от него нет. Тоталитарный волк, гуру там, все собрали. И никак. Ну, судья говорит, а в чем вмешивается Талапкин? Ну, он детей моих поднимал, что они спали. Детей поднимал. Ну, а потом-то я буду говорить, да что ж он не говорил, то что в этот день их была очередь пасти в Потеряевке. Они выгнали коров, овечек. Пустили их на произвол судьбы по полям ходить, а сами вернулись и легли спать. Пастухи, вы вещь неслыханная. Мы же, дети пастуха, знаем где-то. Это все выглядит по-другому тогда. Судья-то начала их, когда потрошить-то. Так вы говорите, Лапкин был здесь. А в это время другой говорит, в этот день он был там. А он выступает и говорит, так, ваша честь, так он вездесущий. Вездесущий – это качество Божие. Вездесущие.
Ну, от того мне смешно, я в зале сижу, а одна вышла, сказать нечего, а ее вытащили эти недруги-то. А он меня кобылой назвал. Ну, даже кобылой назвал, ну, какая-то кобылица моей уподобил, я тебя в колеснице моей песня-песне, это похвальное. То есть он куда хочет, направляет царь царей тебя. Ты кобылица, каждая душа это кобылица. Она не говорит как, то есть мы гуляли в лесу, и она стояла, эта женщина, Татьяна, и ногой снег подскребала так вот, и показалась трава. А я ей, возьми да и скажи, я говорю, а мы достали коня, хороший изумруд, толстый такой, я говорю. Ну, они не знают, я просто говорю. И он выйдет, и копытом разрывает, и траву ест. И она эти слова применила к себе, что она-то женского пола, значит, я назвал ее кобылой. А я даже о ней не думал, просто она разрывала, я по аналогии сказал. То есть ничего не было. Священник-то один у нас был, он здесь, в Потеряевке, обыкновенный мирской человек. Ну и связался с богохульниками, с настоящими. Начинал говорить с ними, крещение допускать, не допускать, да мать ходатайствовала. Поехал домой вещи забирать. Еще решил, последний раз напьюсь, наблужусь досыта, и тогда буду принимать крещение. Ясное дело, что никуда не идет-то. И вот здесь стал священником патриархии. И пришел, и сидит в зале, ждет, вызовут его, чтобы против сказать, а против нечего. Я взял трубку, позвонил местному архиерею Антонию Мастеневичу. Я говорю, это ваш представитель здесь? Я говорю, я тогда буду обязан сказать все, чем вызвано это его. Он ему мигом, видимо, набрал, брякнул, все, его как ветром сдуло. Ну а куда он? Если он выкинет-то, он никуда не пойдет. Работать он уже не пойдет. Он вкусил этой сладкой поповской жизни-то. То есть на этом судище Бог разметал все, ничего нету. И оштрафовал газету, и опубликовать надо, и все, все такое проще. Я говорю, Богу доверяйся, о суете. Спаси, Господи, от забот житейских. Это из, я беру из книги «К истинному православию». В последних наставлениях Иисус Христос предостерегал, смотрите за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением, пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Лука 21:34. Значит, отягчились сердца, отягчались, тяжелое сделались. А чего? Объедение. Вот начинают смотреть сегодня, ну, в Америке там 68% с излишним весом, то есть жирные свиньи. Лишний вес. Ну, понимают, понятно, что ну, плохо. Каждую клеточку надо накачивать кровью. Сердце не может, не выдерживает, останавливается. Разные бляшки там нарастают. Жрут мясо, не едят, а жрут, пожирают. А что подают там в колбасе с кровью и там всякие... Не выскажешь еще. Мне сразу вспомнился рассказ, раньше говорили. И летят в самолете, ну и там закуска же есть. Ну и каждый свое достает. Американец достал там свою, там, ну они ароматизированные, тоже там всякое толкают-то. Русский носом повел, посидел, понюхал. Достал свое, а там запах-то какой идет-то. Он говорит, а из чего у вас готовят? Он говорит, тот ответил американец, у нас высокого качества есть, это особая колбаса. Не, для простых-то людей она не попадает. Ну и правда, действительно хорошая. Там добавляют они и птичье есть, и кенгуриное мясо. А русский говорит, а у нас это называется ливерное. А что там? А когда колят, что остаются, там вымя, сиськи, письки, там все, говорит, туда есть. Вот весь ответ, чем нас кормят. Как эти разобрали. Ослов там брали, собак, ну собак это полезно еще. Убивали людей, человечину толкали. Вот и бери ее, ешь. Когда разобрались, говорит, 4 тонны мраморной крошки скормили. Где-то тонн 10, наверное, в оливковое масло, только разных этих химических масел туда натолкали. Ну и зачем брать-то тебе? Ты выращивай свое, даешь. Я к примеру говорю, чтобы сердца не отягчались объедением. Ну а пьянца тут понятно, тут видно, что пьяный. А это нет. А у меня диабет. Я говорю, ди, по-гречески 2, а обед само по себе понятно. Ну и отстань. Так это не так диабет-то. Да знаем как. Так похоже очень. Начинает сахарный диабет. Да ты сахару тебе вообще в рот не надо брать. Сахар-то это известка там участвует. Едешь, когда мимо сахарного завода, целая бурта извести лежит. Отделение. Ну, понятно, что это вредно для здоровья-то. Зачем тебе? Купи меду. Ложку утром там слежи, вечером
перед сном с теплой водой. Ну, ведь не надо быть каким-то врачом, организм там тебе подскажет. И все это красители везде добывают. И вот оно и постигает это все. Свиньи едят мясо. Интересно, у Антона Павловича Чехова брат был Павел. И он всех, кто ел мясо, он называл трупоеда. Это действительно, потому что мертвое животное. И вот у человека организм более к травоядному приспособлен. Более. И более это полезно. А вот эти разные южные народы, ну, там есть тоже такие, которые баи, беки разные, но у них там меньше. А почему? Гостеприимство. Вот он поехал там куда-то, взяли с собой барашка, он живой, чтобы мясо не пропало на жаре. И вот вечер, и они его закололи, свой казан вытащили, ну, едут на верблюдах, ну, и двое. А огонек далеко видать. Пришел пастух. Трое. Отгонять нельзя. Ну, садись, поговорили, салям алейкум, и все. И когда уже у него сварило все их, сидело, говорит, 42 человека вокруг котла. Все, которые на мотыльки слетели. А у нас как? Шторки закрыты, чтобы никто не видел, что он лопает. Ну, поэтому и такое есть. А если он делает там маленького барашка на 42 человека, ясно дело, что лишнее не отложится. Как Лев Толстой говорит, если они пилят повдоль бревна, раньше пилили, повдоль, не поперек, то ему 4 фунта мяса как раз. А если человек ест, а никуда нету, один клапан только на блуд, больше никуда. Куда девать-то энергию-то? Он в городе ничем не занимается. До утра бродят, танцуют, а потом энергию спускают. В последних наставлениях это Иисус сказал, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и пить. Ни для тела вашего, что одеться. Душа не больше ли пищи и тела одежды? Потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его. И это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Матфея 6:25-31-34. И вот как душа не больше ли пищи. Этого ищут язычники. А чем мы это отличаемся? Соблюдай православные посты. Вот южные народы, у них дважды, у нас 3 раза обязательно обед. У американцев 5 раз. И поэтому, ну, полники разные, ленчи. Зачем тебе это? 2 раза. И так на 2 раза питаться 2 миллиарда живут. 2 миллиарда 1300 лет. И посмотри, какие они поджары. Смотришь, они там чеченцы, когда лезгинку отбивают, там его как ветром носит. Эти вот грузины бывают там. Они следят за собою. А сегодня придумали, там вот загар надо. Вот вчера прочитал про одну. Она там под эти лампы-то ложилась, и все. И рак кожи. Рак кожи. На солнце загореть коричневая надо. Она разошлась, теперь привлечет коричневой кожей кого-то. Все, рак кожи. И ничего врачи не могут сделать, и она умерла. Вот так. Не заботьтесь. Возложи на Господа Бога заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Псалом 54:23. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. 1 Петра 5:7. Он печется. Вот. У меня каждый год, ну, находятся люди, я выпрашивал, ездил, где-то волка ноги кормят для лагеря. Мешок муки выпрошу, там еще что-нибудь дадут. Ну, про лагерь-то никто не знает. А потом все вдруг отпало. Я рассказывал об этом, как это получилось. Я пришел к директору ликероводочного завода, Пальтарь Роберт Робертович. У нас хорошие отношения. Я говорю, мне спирт надо. Бывает где-то там подмазать или еще. Ну, там немножко совсем. Ну, а разное там у него бывает. Сахар, они готовит. Он не давал. Сидел рядом человек и разговаривает. А я его первый раз вижу. В кабинете у директора. И тот человек говорит, у меня печаль такая. Я, говорит, достал редкого голубя. Краснодарской породы. Такие коричневые. И вот улетел, говорит, сам самец. А самочка осталась. Одна теперь голубка. А голубя нету. Я говорю, а как он выглядит? Да вот так. Я говорю, да кого у меня прилетел недавно такой? Да вы что? Ну и потом он приедет и возьмет, а вместо его, этого даст мне породистых 4 другой породы.
Но у него большое знакомство, он предприниматель. Его, кажется, поставили директором на восстановление Рубцовского тракторного завода Кривошеин. Или Криворотов, не знаю, что такое вот. И он меня познакомил с человеком, у которого сердце доброе. И этот человек помог один, сразу. И мне не надо ни за мукой, ни за рожками, ножками ездить. И сахару дал один человек, предприниматель, или кто он, директор там. И с тех пор уже лет больше 10 лет, наверное, лет, наверное, 15. Один этот человек помогает. Я перестал где-то ходить, но мне хватает. Я ему сразу пишу, нужно столько-то, 12 мешков муки по 50 килограмм, сахару. Один раз сахару не было, так оттуда привезли 4 полные фляги по 48 литров мед. Меда с флягами. И все это запломбировано. Вот какая доброта в людях бывает. Ну и вот нынче потеряли этого человека, нигде нету, значит, помощи мне нету. И вдруг человек нашелся, оказывается, я посылал телеграмму, или как сказать, смс, а послал в пейджмейкере, туда и не дошло, надо в Ворде. И опять привезли на неделю, опять у меня все есть. Вот Бог как делает, удивительно. Работников не было, вот уже работник рядом сидит. Вот Бог так делает, возложи на Господа заботы этого, я показываю, как это делается. Он печется о вас, заботится. Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем? И это суета. Екклесиастам 2.22. Ибо человеку, который добр перед лицом его, перед Божьим, он дает мудрость и знание и радость. А грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму перед лицом Божьим. И это суета и томление духа, Екклесиаста 2.26. А упавшие в терния – это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. Луки 2.8.14. Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего. А я хочу, чтобы вы были без забот. Не женатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. А я всегда добавляю, никогда ты ей не угодишь. 1 Коринфянам 7:29-32. А жена, как угодить мужу, и никогда ты ему не угодишь. Кто ищет божественную премудрость, тот скоро освободится от забот. Премудрость Соломона 6:15. Премудрость Божия есть советница на доброе и утешение в заботах и печали. Премудрость 8:9. Ревность и гнев сокращают дни, а забота прежде времени приводит старость. Сирахов 30:26. Потому о лишнем не заботься. Сирахов 3:23. Прежде болезни заботься о себе. Сирахов 18:19. Надо шевелиться, больше работать. У нас в деревне Потеряевка живет Серафима Гавриловна, ей 90 лет. Она с огорода не вылазит. И нынче опять на операции, что-то у нее там с глазом или что. И так врач говорит, она делают операцию ей. Она молится, и о враче, и вслух молится громко. И врач пошел другим рассказывать, вот пациентка какая попала-то. Я ей операцию делаю, режу, а она молится. Вот так. Слово Божие настаивает заботиться о чести имени своего, не запятнать его грехом. Заботься об имени, ибо оно прибудет с тобой долей, нежели многие тысячи золота. Сирахов 41:15. Выполнить попечение о дочери. Дочь для отца – тайная и постоянная забота. И попечение о ней отгоняет сон. В юности ее как бы не отцвела, а в замужестве как бы не опротивила, в девстве как бы не осквернилась и не сделалась беременной в отцовском доме, а в замужестве, чтобы не нарушила супружеской верности, в сожительстве с мужем не осталась бесплодною. Над бесстыдной дочерью усиль надзор, чтобы она не сделала тебя посмешищем для врагов, притчей в городе и упреком в народе, и не осрамила тебя перед обществом. Сирахов 42:9.
Господь удерживает излишнюю любознательность о судьбах всего мира. А ты заботься о себе, и подобным тебе ищи славы. 3 Ездр 8.51. Не заботься ни о чем, не заботьтесь, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Филиппийцам 4.6. Священнослужитель же всегда должен заботиться о проповеди народу, о своем духовном росте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением, не ради пребывающим в тебе дарований, которые дают, дано тебе по пророчеству, с возложением рук священства. А всем заботься, всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступай, и себя спасешь, и слушающих тебя. 1 Тимофея 4, 15-16. И не входить в заботы житейские, депутатские, в распоряжение мирскими делами. Кавычки открыты. Дошло до Святого Собора, что некоторые из принадлежащих к клиру ради гнусного прибытка берут на откуп чужие имения и устрояют мирские дела, а о Божьем служении не брегут, а по домам мирских людей скитаются и поручения по имениям приемлют и сребролюбие. Посему определил Святой Великий Собор, чтобы впредь никто, ни епископ, ни клирик, ни монашествующий, не брал на откуп имений и в распоряжение мирскими делами не вступал, разве только по законам призван будет к неизбежному попечительству над малолетними, или епископ града поручит, кому иметь попечение о церковных делах, или о сиротах и вдовах беспомощных, и о лицах, которым особенно нужно оказать церковную помощь ради страха Божия. Если же кто впредь дерзнет приступить сие определение, таковый да будет подвергнут церковному наказанию. Какое не указано. 4 Вселенский Собор, 3-10 правило. Кавычки открыты. Поскольку некоторые из клира, уклоняясь от силы существующего, и далее я пропускаю здесь и говорится, оставив свой приход, отбегают во иные приходы, и далее что они делают? И что с ними делать? Это 7 Вселенский Собор, 10 правило, оно большое, я пропускаю. И далее. Пресвитеров или диаконов, приемлющих на себя мирские начальственные должности. И далее там Макариус-то у греков-то был, архиепископ-то его, правильно? Епископы смещали. Вот. Это мы считаем, где далее? Двукратный собор, 11 правило об этом говорит. 2 Тимофею 2.4, Карфагенский собор, 19 правило. Сами прочитаете. Слово «не заботься» не означает не работать или небрежно бездумно жить. Не заботиться – это не ахай, не стани, не умирай прежде времени от забот, но усердно и честно трудясь, уповай в молитве во всем на Бога. И не загадывай вдаль, не говори, если Господу угодно будет, говори так, и живы будем. То сделаем. Зря не хвались, не тщеславься с весны языком собирать закрома. Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Даже греха никакого не делает, а добро не делает. Иакова 4, 13-17. Оттого многое в общественных и частных делах идет у нас не по нашему желанию. Что мы заботимся не о духовном прежде всего, а потом о житейском-то, но извратили порядок. Не жизнь для пищи, но пища для жизни дарована от начала. А мы как будто для едения пришли в мир, так все и проживаем на это. Иоанн Златоуст. Кто желает заботиться, чтобы одежда или обувь шла ему с целью понравиться людям, там в зеркало смотрится, тот, очевидно, страдает человекоугодием, удаляется от Бога. И в самых малоценных вещах выказывает недуг суетливости. Люди, сильно предавшиеся житейским попечениям,
подобно откормленным птицам, напрасно имея крылья, они не могут оторваться от земли. Василий Великий. Иметь попечение о видимом, свойственно не представляющем для себя никакой надежды в будущем веке. Ни страха суда, ни угрозы гиенской, ни ожидания благ, ничего-либо уповаемого по воскресении. Это свойственно людям, которые наподобие животных видят только настоящую жизнь. Признают за благо одно то, что может дать удовлетворение гортани, чрева и прочих сладострастных требований. Григорий Ниски. Пренебрежем всем житейским, отвлекающим ум от Бога. Ибо со силой и красотой следует старость и немощь. Славу и богатство рассеивает смерть и тление, а правда пребывает вовек. Ефрем Сирин. Лучше носить ветхое и заботиться о душе и страхе Божьем, чем одеваться пышно и жить неблагочинно. Ефрем Сирин. Заботящиеся только об украшении своего дома, богатые только внешними благами, не радят о внутренних благах и не обращают внимания на то, что и душа их пуста, нечиста и покрыта паутиной. Но если презрев внешнее, они всю свою заботливость обратят на свою душу и будут украшать ее, а она сделается жилищем Христовым. Что может быть безопаснее и выше, чем иметь лишь одну заботу о том, как угождать Богу? Засим, братья, просим, умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали. 1 Фессалоникийцам 4.1. Господь, когда видит благомыслящую душу, немного заботящуюся о настоящем, являет о ней великое промышление. Если мы сами заботимся об имуществе, Бог удаляется от помышления о нем. А если все возложим на его попечение, он и наше имение устроит во всякой безопасности. Не будем не радеть о душе своих, потому что душе нет цены. Охотно претерпим искушение, всякую скорбь и тесноту. Будем укрощать тело, порабощая его душе, строгим постом, всенощными бдениями, возлежанием на голой земле, трудами и вообще суровой жизнью, чтобы душа наша со дня на день обновлялась. Иоанн Златоуст. Вот как нужно заботиться без забот житейских о душе. Я сейчас отключу слушателей своих, а потом попытаюсь подключить. Но все-таки я думаю, что лучше бы это сделал Сергей. Вот, и события дня будут. Так, отключаю.